завжди обиратиму себе. Такой счастливый. Как я смотрюсь. Еще такая майка под цвет. Хорошо смотришься. Чего я такой вредный был, как это Печкин говорит? У меня не было того велосипеда, не было. А у меня пилы не было просто. Не, у меня пила есть, но она дерево не пилит, она меня пилит только. А вот теперь у меня есть Makita. Сделаю отдельный обзор. В общем, то, что я себе изначально планировал сэкономить на это вот, что, нанять людей, сделать забор. Вот я себе вот сразу запланировал подарок себе хорошую сделать. Электропилу и вот этот шуруповерт хороший. Вот это вот дофига денег стоит, а мог бы просто как бы людям отдать. А Валера людям просто так не отдает. Валера такой хозяин, блин, экономный. Вот теперь у меня есть и то, и то. Будет обзор на Big Family, в общем. Ну, я трошки прикупил, такая погода вообще пипец, слушай. Людей вообще нету на улице. Оно вроде не холодно, но вот это вот дольше, вот это такое, вот это все, ветер, вот это вот. Ну что, зовем? Николь! Они там закрылись. Николь! Света у нас нет. А сейчас это генератор. Да, Валера включил генератор. Николь! Дети, да. Все дома. И Олю позовите. Школу отменили. Ну, короче, весело. Школу нафиг. Да. Так. Подходим. О, смотри, Николя, что это такое? Оля. Была. Была пластилин, только такой пацанский. Не лай. Ну, какая разница, пластилин и пластилин, да? Вот тебе. Прячь. Иди прячь. От Николь. Мама, я уже все купил, уже вышел, чуть ли не сел в машину, потом вспомнил, передо мной женщина покупала это. Я вернулся и купил это. О, боже! Упаковка. Есть запакованная, чтобы не считать? Нету. Пришлось считать, чтобы было полностью. О, так, Ника, залази, давай. Пошли. Иди сюда. Давай, значит, потом берем. Давай. И работай. Так, хлеб, ну хлеб. Хлеб, надо свой хлебзавод открывать. Молоко. Какое молоко? Это тоже надо. Нет. Средство гигиены. Давай, что там у нас еще? О, тоже средство гигиены. Это бумажные полотенца. Это просто люди не знают, что у нас салфеток нет. Где салфетки? Где салфетки? У нас бумажные полотенца для всего. У нас есть когда салфетки. Когда бумага закончилась, бумажные полотенца. Так, это прополоскать рот после еды. Так, я кефир не купил, пиццу. Мы сделали домашний, но это на выпечку какую-то. Вот ёж, чуть не прибыло папу хлебом. И сахар, килограммчик. Все? Нет? Что-то упало там еще что-то? А, чек. А, все, хорошо. Все, следующий пакет. На. Николь? О, что папа купил? Ням-ням! Макарошки! Вот такие, да? Вот такие прикольные макарошки. Ням-ням-ням! Это полезные завтраки. Бифит! Да, худеющие. Ням-ням! Это же какие? Ой! Вот еще пачку макарошек. Ням-ням! Клементинки купил. Ну, они такие прикольные, да, в принципе. Да, нормально. А че они зеленые? Они не дозрели или что? Не знаю, они так срывают. Они еще с этими, знаешь, вот такие ветки с листьями. Я так сижу, так это, вот такое, обрываю все. Это, зачем мне эти ветки? Зачем мне эти листья? Не чистишь еще? Ну, скоро зачем дойду. Мне скоро это кожура? Не, зачем мне кожура? Я же это столько ем, вот почистил, да? Вот видишь, это не оторвалась палка. Так, мама, помидорчики, ты же понимаешь, к чему, да? Да. Да, ну кто бы это все сделал за меня? Да. Мама, я что лишь утром кофе? Спасибо. Кофе у нас хорошо идет. Что ты мне ручку даешь? Поцеловать давай. Нет. Дай потрогать. Да, я уже покупаю такие, которые скоро. Да, постоять. Посмотри, сейчас какой-то один даже уже можно. Можно уже. Давай еще один. Нет. Давай следующий. Не готов. Это, так, клементинка, давай. А вот тут. Так, это они
Помидорка. Да, папа, поштучно помидорки покупаешь? А вот это вот, на, потрогай. О. Это что-то ближе. Ближе, да, да. Уже скоро. Завтра. Завтра. Не сегодня, да. Точно. Завтра, послезавтра. Завтра, послезавтрака? Угу. Так, это клементин. Ну, сверху так уже созрело. Ну, да. Так я вот боюсь, потому что оно не сильно мягкое. Ну, видишь, как это? Да. Это жура такая, бронированная. Так чем они отличаются? Вроде как Ира говорит, что в этих больше мяса, как бы, да? Да, да. Ореховый больше вкус. А что это за обнивашки? Устали, да? Это надо отдохнуть трошечки. Ну все. Это что ж такое, слазит, слазит не хочет. Вот Кира чистит тебе клементинку. Да, давай. Можете покушать, бери. Марк, Марк! Марка надо кормить. Иди это съешь, это себе мандаринку большую. Витаминку, да. Ой, лови, 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 да. А я хотел, думаешь, была погода, знаешь, я пока заказал, пока это все приехало, а сейчас не погода. Ждем, да, погоду. Да, мы бы столько успели, да? Да, да, да. И там это сейчас мы заказали еще посадочный материал. Марка, и хотели спилить эту черешню нашу большую, посадить другие черешни. Сейчас ни света, ни погоды. Ни света, ни погоды. И Валера купил электропилу, которая от розетки питается. Не на все время у нас света ж не будет. Хозяйство пригодится. Ну, я думаю, что зима будет сложная. Зима будет, скорее, наверное, всего сложная. Да. Потому что уедем на зиму. Как олигархи делают, да? На зимовку. Как зимовку. Птицы. Как птицы. Угу. Почувствуй себя птицей-синицей. Соберем свою стаю и полетим. Да? Да. Так просто нас не выпустят. Как это не выпустят? Скоро трудовая повинность будет, Ира. Все, скоро никого не выпустят. Скоро за карточки заклеить не будем работать. Тем более надо выезжать. Так, добренько, кушаем. Хорошо, смачного, детки. Ой, как запахло Новым годом. Ну что, ну можно нас поздравить с первым снегом. Николь, тоже хочешь посмотреть? Ира, как резко похолодало. Если я утром выходил, было плюс 10. Да, снег летит. А сейчас что-то 0. Николь, почти. Ты видишь, снег летит? Да? Сейчас я даже зимний. Ты видишь, сейчас я тебя подниму повыше. Николь смотрит в окошко и видит снежочек. Ну, правда, он настает сразу, но все равно. Так что можете поздравить нас с первым снегом. Обалдеть. Ты загадала желание, Кир? Желание? Какое? Ну, желание какое? Любое желание свое какое. Я тебе буду желание загадывать? Все загадала. Ну вот. Николь, загадай желание. Я хочу жить в мире. Ой. Да. Ой. А у меня какое желание? Нет, ты не рассказывай свое желание. Желание не рассказывают. Ну, а так. Я слышала, поздравляла с первым снегом. Класс. И к нам добрался первый снежок. Да. Красота. И спасибо, свет включили, кстати, нам. На пару, да. На пару часов выключили, а потом включили. Два часа, что ли? Кира, перестань прыгать. Что ж это такое? Девочка ни секунду не может на месте просидеть. Папа! Попрыгунья! Какая? Ты. Где? Попрыгунья. Хорошо, что еще свет есть. Я еще одну стирку закинула. Смотри, цветочек уже какой. Да, уже цветы у нас распускаются. Ой, снежок. Ты видишь, Николька, это снег? Скажи, снег. Снег. Снежок. Николь и снежок. И ветер сорвался у нас еще. Ой. Угу. Папа. Привет. Папа, смотри, там снег. Где? Я что-то не оставляю. Я тут, не переживай. Здравствуйте. Здравствуйте, дедушка. Здравствуйте, Михаила. Что-то не поздравлял вас и вашу семью. Спасибо и вас. С праздником. Мира, добра, благополучия. Спасибо, спасибо. Бабушка передала гостинцы. Ну, Николь уже схватила и побежала. Да, всех с праздником.
А у нас как раз обед. Дедушка, будешь с нами обедать? Что там у вас? У нас рыбка с рисом. О, Оля. Опа. У нас обед. Рис. Рыбка, капусточка, жареная рыбка. А это мы просто нажарили, нам надо сейчас трошки провитрить. Ну туда седай, сейчас она провитрится. Кир, будешь есть? Если хватит, со временем. У тебя сейчас перемена? Перемена? Ну тогда ешь.